Также глава региона напомнил, что уже активно начался ремонт автомагистрали. Информация о том, когда и на каких дорогах будут проводиться работы, должна быть доступна для всех жителей края, поручил губернатор. Уже, можно сказать, весна в разгаре. Ну когда мы ремонтировать будем? Зимой, что ли, опять? 2 миллиарда 600 миллионов край выделяет только потому, чтобы эти дороги на самом деле стали дорогами, а не направлениями или колдобинами. Мы исходим из того, что уже люди обратились, и мы уже реагируем на просьбы жителей Краснодара, а не на протокол чьей-то. Мы на жизнь реагируем, вот в чем разница. Дайте мне в течение недели и в интернете, и в средствах массовой информации, чтобы люди прочитали, улица такая-то, ремонт начнется тогда-то. Понимаете, завтра опубликуем четкий график. Четко, чтобы любой сегодня автолюбитель в городе знал, что Новороссийская начнет ремонтироваться такого-то числа, а закончится такого-то числа. И тогда не будет вопроса, по большому счету. И они все будут контролировать вот эти сроки. Напомню также, что с 1 марта в регионе стартовал двухмесячник по благоустройству, а 8 апреля в крае пройдет Всекубанский субботник.